Дамы и господа, Самара приветствует участников финала четырех женской Евролиги ФИБА 2005. В соревнованиях принимают участие. Команда Гамбринус Брно, Чешская Республика.
принимает крупнейшие соревнования по баскетболу в Европе. Финал 4 за победу в Европейской лиге. И я понимаю, что нам доверили проведение этих грандиозных соревнований. И я понимаю, почему доверили. Самара славится своими спортивными достижениями. Но невозможно было бы реализация всех наших пожеланий, если бы не было нашей любимой команды ВБМ СГАО и не было бы корпорации «Волга-Бурмаш» и члена Совета Федерации Андрея Ищука. Для приветственного слова на арену приглашается исполнительный директор ФИБА Европа Нар Заналин. On the arena for greeting is invited the executive director of FIBA Europe, Nar Zanolin. Ladies and gentlemen, FIBA Europe is really proud to bring its best women's event to this city. Дамы и господа, FIBA Европа очень рада, что проводит такое замечательное соревнование в этом городе. What you are witnessing here are the best women players in the world. Здесь мы станем свидетелями лучших баскетболисток мира. Who provide you with the best basketball in the world. Лучший баскетбол Европы. So all I can say is let's enjoy the show. Thank you. Все, что я могу сказать, давайте наслаждаться зрелищем. Звучит гимн России. Anthem of Russia. Дамы и господа, финал 4 женской Евролиги FIBA 2005 объявляется открытым. Ladies and gentlemen, the final four of Euroleague Women 2005 is open.
господа, уважаемые любители баскетбола! Мы рады приветствовать вас на финальной встрече финала четырех женской Евролиги 2005 года! Good evening, ladies and gentlemen, dear basketball admirers! Welcome to the final game of the Final Four of Women Euroleague 2005! Welcome to Samara! Прослушайте, пожалуйста, составы команд, участниц финальной встречи. Команда наших гостей. Visitors team. Гамбринус Сика Брно, Czech Republic. Номер четвертый. Number 4. Яна Весела. Номер пятый. Number 5. Ивана Вечерова. Номер шестой. Number 6. Алисия Бото. Номер восьмой. Number 8. Микаэла Хартигова. Номер девятый, number 9, капитан команды, the captain of the team, Гана Махова. Номер десятый, number 10, Алена Ковачева. Номер одиннадцатый, number 11, Тай МакВильямс. Номер двенадцатый, number 12, Зузана Зиркова. Номер тринадцатый, number 14, Романа Хейдова. Номер 15, number 15, Ева Витичкова. Тренер команды, коуч Ян Бобровский. Помощник тренера, ассистент коуч Милан Велерка. Команда «Women's Go Россия». Номер четвертый, number 4, Ольга Артешина. Номер пятый, number 5, Демайя Уолкер. Номер шестой, number 6, Светлана Абросимова. Номер восьмой, number 8, Эдвиж Лаусон. Номер девятый, number 9, Ольга Наймушина. Номер десятый, number 10, капитан команды, the captain of the team, Илона Курси. Номер одиннадцатый, number 11, Мария Степанова. Номер двенадцатый, number 12, Ann Walters. Номер 14, number 14, Татьяна Щеголева. Номер 15, number 15, Рената Залдина. Тренер команды, коуч Игорь Грудин. Помощник тренера, ассистент коуч Владимир Головин и Дмитрий Донсков. А сейчас мы представляем судей финального матча женской Евролиги. And right now we are presenting the referees of the final game of Women Euroleague. Владимир Дравиковский, Украина. Жан-Лука Матиоли, Италия. Комиссар матча, комиссия Борис Овалич, Хорватия. Крюенча. Drop it.
Check this out. Итак, итак, мы начинаем финал женской Евролиги 2004-2005 в Самаре. The Men's Go Samara, Гамбрино Стигбрно. And we're beginning the final game of Women's Евролиги. The Men's Go Samara versus Гамбрино Стигбрно. Команды начинают матч в следующих составах. We're presenting the starting lineup: Gambrinos, номер 4, number 4. Яна Весова, номер 5, number 5. Ивана Вечерова, номер 6, number 6. Алисия Пото, номер 9, number 9. Ганна Махова, номер 11, Тач Маквиллинс, number 10. ВВМ, номер 6, number 6. Светлана Абросева, номер 8, number 8. Иви Шлаусон. Номер 10 – Илона Корстин. Номер 11 – Мария Степанова и Ян Волтер. Яна Весова. Walters номер 12, первый фол. And Walters номер 12, first фол. Яна Весова.
Сегодня обросим номер шестой и первый фол. There is a first fall of number six. Дальше МакУильямс. Энн Уотерс приносит своей команде 2 очка. Фол получает Ивана Вечерова, номер 5 и первый фол. There is a first fall of number 5. ВВМ замена Татьяна Щеголева. Ивана Вечерова. Татьяна Щеголева! Получается Алисия Мота, номер шестой. Это ее первый фол. There is a first fall of number six. Яна Весела. Минутный перерыв команды The Balance Gal. We'll be right back.
Сцена на площадке Ольга Черчина, номер 4. В Avenged Girls of the Dushin нам Amazing. Явно весело, номер 4, первый фол. Number 4 has the one fall. Дальше МакПиллинс, номер 11, первый фол. There is a first fall of number 11. Гамбринус и Сико, 4 командных фола. Гамбринус и Сико, has the four falls. Дальше МакУильямс. Замены в командах. Зузана Зиркова, номер 12, Гамбринус, а в команде в Авенсгау Мария Степанова. Первый фол получает Татьяна Щеголева, номер 14. Она по фотим has one fall.
Мария Степанова. Гаврин Алчников, минуты и перерыв. Зузанна Зиркова, номер 12, и первый вол. Фелс фолл, номер 12. Второй фол получает Зузанна Зиркова, номер 12. Number 12 has two falls. Вечерова. Второй фон получает Татьяна Чоколева, номер 14. Number 14 has two falls. Замена Вебенс Гау и Волтерс, номер 12. Вебенс Гау, завершение номер 12, везем.
Мария Степанова. Мария Степанова, номер 11, получает первый фол. There is a first fall of number 11. Первый период 21-17. Впереди команда Bethesda Самара. Appena fui al mondo mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai. E poi per istinto o quello che fu mi misi in fila per salire lassù. Ero con gli altri, tra i bimbi di un colore che è diverso dal mio, ognuno una speranza dentro sé, chissà là in cima il sole che c'è. Arrivai al primo piano, non lo so come fu, mi accorsi che invidiavano la mia gioventù, nell'ascensore entrò un uomo e sparò e i miei primi sogni lui già me li rubò. Ragazzi, andiamo su, saliamo perché in cima al grattacielo tutto meglio è. Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'ha posto chi ride di noi. Ed un bel giorno vi entra lei, quel suo sorriso io mi innamorai. Salire fino in cima con me vorrà, legati insieme con due anelli e un destino a metà, e ancora a posto entrerà. Gruppo поддержки баскетбольного клуба Волга Мурмаш. Второй период финального матча женской Евролиги Women's Go Gambrinos 21-17. Впереди Women's Go Самара. Thank you.
Замена в команде The Bands Girls и Тона Абросимова номер 6. The Bands Girls Substitution number 6 is in. Дрешка, 3 points, Ева Витечка. Дальше Макуильямс. Дрешка, 3 points. Ганна Махова. Ева Витечкова. Светлана Абросимова. Ивана Вечерова. Замены в командах у наших гостей Яна Весела, номер 4. Албенс Галсамара на площадке, Димия Волкер, номер 5, и Илона Корсия, номер 10. Ева Витечкова. Минутный перерыв команды The Bands Girls.
Наши гости! Танцевальный взвод баскетбольного клуба ЦСКА Москва! Гречка, Лисия Мода, 3 points. Ивана вечером номер 5, 2-й фол. Number 5 has 2 fouls. Замены в командах. Алена Ковачева, номер 10, Гамбринус, автоманте ВБМСГАУ, Татьяна Щеголева, номер 14. Номер 10. There is a flush fall of number 10. Гаврилов за секунд Сандена, Зузана Зиркова, номер 12. Гаврилов за секунд Сандедюшин, номер 12, Изин.
минутный перерыв команды Гамбринос. Замена на команде «Венс Гал» на площадке по четвертым номерам Ольга Артешина. В «Венс Гал» соответствующий номер «Фойзин». Замена на команде Гамбрино Сико, Ганна Махова, номер 9. Гамбрино Сико, заведующий номер 9. Яна Весела. Что за чином? Второй полуфинал Елена Ковачева, номер 10. Номер 10, Хестер Фолкс. ВБМ замена Ольга Наймушина, номер 9. Нарушено правило владения мячом. 24 секунды. Иван Ишин, 24 секунды. Итак,
36-30, итог второй половины. Впереди команда Гамбринос. The penalty of the second period is Jome. 26-30 in favor of Gambrinos Chico. Итак, уважаемые болельщики, подошла к своему завершению первая половина встречи. Но я хотел бы услышать вашу реакцию на происходящее, друзья мои. Прочь слит задумчивость. Что это такое? Прошу поддержать нашу команду на должном уровне, как мы и договаривались. Вперед, ВМФ! Вперед, Россия! Ура! Вот этим самым мы с вами займемся. Gladness, all emotions evoked. Thoughts.
dreams get shattered with the sound. Transformed to matter, bone, 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 flesh and plasma. Bone, flesh and plasma. It's ironic. Overseer for the skies turn gray. Doomsday, tidal waves, bass raps unchained. Overseer for the skies turn gray. Doomsday, tidal waves, tracks rap phantasm. Kicks and stairs hit and flick back spasm. Necks crack detached from spines, vertebrae and backs. I paint with language, place my verse on canvas. Sip the spirits, lyrics force wayward ships that crash like the sirens. I store concrete jungles and prize like lions. Stand atop Mount Zion, trying to reach heaven without dying. Rotting sound waves like Poseidon. Clutch tight the trident. Use glare now to his arrival. Overseer, overseeing. Carpe diem, seize the day. Drum track echoes 20,000 leagues away. I fly Concorde, cross Atlantic. Beats, bass, chords, cause panic. Horns for warn the swarm. Melodies freeze planets. Hemispheres, seven sea trees shattered. Birds be scattered. Earth knocked off its axis. 45 degrees slanted. And cannon spells, wizardry repels. Lock, stock, two barrels and a handful of shells. Rebellions quell, oceans swell, thoughts prevail. Bass raps unchained. Overseer for the skies turn gray. Doomsday, tidal waves, bass raps unchained. Overseer for the skies turn gray. Doomsday, tidal waves. Первый конкурс только на ужина номер 9. And there is the first fall of number 9. Ивана Вечерова номер 5-3 фол. Number 5 has 3 falls. Зузана Зирхова.
мяч в защиту. Воплощает его на вечеру. Номер пятый, это ее четвертый фол. There is a fourth form of number five. Ивана Вечерова. Дальше Макуэлленс. Выпущает Ачи Макуэлленс, номер 11, это ее первый фол. There is a first fall of number 11. Алена Ковачева, номер 10, третий фол. Number 10 has three falls. Gambrinos Sico, 4 команды фола. Gambrinos Sico has 4 falls. Сифу получает Татьяна Щеголева, номер 14. Number 14 has a three falls. Зузана Зиркова. Татьяна Щеголева!
Зузана Жиркова. Желался он приносит своей команде 2 очка, фол получается Алисия Пота, номер 6. Это ее 2-й фол. There is a second fall of number 6. Минутный перерыв команды Гамбрино Сико. Четвертый фол получается Лена Гвачева, номер 10. Number 10 has 4 falls. Thank you.
Ему Витечкова. Замена команды Яна Весела, номер 4 Гамбрино Сико, в Мэнс Гал по номерам также 4 Ольга Артешина. Во получается Ольга Артешина, номер 4, это ее первый фол. There is the first fall of number 4. Светлана Абрусева, номер 6, получает второй фол. Number 6 has 2 falls. Замена Вебенс Гау и Волтерс, номер 12. Гамбрино Сико замена Алисия Бога, номер 6. Гамбрино Сатидюши, номер 6. Мяч засчитанный, пятый фол получает Алена Кулачева, номер 10. This fall of number 10. Гамбрино Сико, минутный перерыв. Yeah.
третьей попуще Светлана Бросимова, номер шестой. Number six has three faults. Мяч засчитан, и первый фол получает Микаэла Харчикова, номер восьмой. Number eight has one fall. Яна Весела, номер четвертый и второй фол. There is a second fall of number four. Один-48 итог третьего периода. Впереди команда Гамбрино Сико. Yes, turn up the blaster.
Итак, мы продолжаем финальный матч. ВМС Гау Гамбринос 51-48 и четвертый период. Но впереди есть время. Самара! Ева Витечкова. ВВМ сгал замену на площадке Илона Корстен. ВВМ сгал заведующий номер 10 из ин. Алисия Мото. Дальше Маквиллиамс, номер 11 и третий пол. There is a downfall of number 11. Ева Витечкова, номер 15, получает первый фол. There is a first fall, number 15. Visual, so номер 8 и первый фол. There is a first fall, number 8. Гамбринус замена Зузанна Зиркова, номер 12, и Михаила Харцигова, номер 8. Извините, номер 5, Ивана Вечерова.
Зузана Зиркова. Второй фонд получает Ольга Артешина, номер четвертый. И number four has two falls. А в Бенсгау замена произошла. Мария Степанова. Дальше Махмельянцы номер 11 получает четвертый фол. Number 11 has the four falls. Дальше Аквилинс. Мария Степанова приносит 2 очка, и фон получает Яна Весела, номер 4. Number 4 has 3 falls. Гамбринус 4 командных фола. Гамбринус и Кох has 4 falls.
Третий фон уже Ольга Ардежина, номер четвертый. There is a third fall of number four. Овенс Гау, четыре командные фала. Извините, три командные фала. Секунда осталось сыграть командам в четвертом периоде. 63-61 впереди команда ВВМ «Сгау» Самара, Россия. Зузана Зиркова. Второй фон получает Ева Витечкова, номер 15. Номер 15 has two falls. Площадки Энн Волтерс.
Third fall budget is on a course number 10. Number 10 has two falls. The men's goal, 4 команды фала. The men's goal has 4 falls. Второй фол получает Энн Уолтерс, номер 12. There is a second fall of number 12. Пятый фол получает Ивана Вечерова, номер 5. Минутный перерыв команды Webans Go. Ема Витечкова. Четвертый фол получает Ольга Артешина, номер 4. There is a fourth fall, a number fall. Минутный перерыв команды Webans Go. Speed the light, oh, running right, ah, the way we strike, surprise.
surprise, surprise, the glorious night is shining so bright. Oh, we all can't fall. To see the full battle, the rumble and the rattle. Now tell us that battle, drop you off the saddle. Now hold on tight, here we go, can you handle? Баскетбольного клуба «Волга-Бурмаш». Эй, 37 секунд до окончания «Голки Юга». Зузана Зиркова, номер 12, третий фол. Номер 12, three falls. Последние минутные перерывы в этом периоде команды The Bands Go. Победа! 69-66! И победили!
нам просто нечего добавить. Победа! Самара! Итак, дорогие друзья, по традиции, прежде чем мы начнем официальную церемонию награждения, победителей и призеров турнира, мне бы хотелось наградить лучших игроков, участников встречи. Итак, внимание! Лучший игрок команды Gambrinos Sika. The most valuable player of PBM SKO, Эдвиж Лаусон, number 8. Приз вручает вице-президент акционерного общества Волга Бурмаш, исполнительный директор турнира Юрий Тростенберг. Дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты в адрес нашей любимой команды PBM SKO. Уважаемые дамы и господа, через одну минуту вы станете свидетелями официальной церемонии награждения победителей и призеров Евролиги ФИБА 2004-2005. Начинаем официальную церемонию награждения победителей и призеров Евролиги ФИБА 2004-2005. We begin the official awarding ceremony of Euroleague 2004-2005. На площадку приглашается команда Lietuvos Telekom с Литва, занявшая третье место в сезоне 2004-2005 Евролиги ФИБА. On the court is invited Lietuvos Telekom, Lithuania, for the third place in Euroleague 2004-2005. Бронзовые медали Евролиги ФИБА Европа за третье место в сезоне 2004 и 2005 года команде Lietuvos Telekom вручает президент Российской Федерации баскетбола, председатель комиссии ФИБА по проведению соревнований Сергей Викторович Чернов. Bronze medals of Euroleague for the third place in 2004-2005 season to Lietuvos Telekom,
Lithuania will be given by the President of the Russian Federation of Basketball, the Chairman of FIBA Europe Competition, Commission Chairman Sergei Chernov. Поддержим бронзовых призеров FIBA Европа! Команда из Литвы, Литова Стелекова! Ура! На площадку приглашается команда Гамбринус Мрно, Чешская Республика, занявшая второе место в сезоне 2004-2005 FIBA Европа. On the court is invited Gambrinus Brno, Czech Republic, for the second place in 2004-2005 Year League. Серебряные медали FIBA Европа за второе место в сезоне 2004-2005 годов команде Gambrinus Brno вручает первый вице-президент Олимпийского комитета России, первый вице-президент FIBA Европа, почетный президент Российской Федерации баскетбола, депутат Государственной Думы Валерий Владимирович Кузин. Silver medals of Year League for the second place in 2004-2005 to Gambrinus Brno team will be given by the first vice president of the Olympic Russian Committee, first vice president of FIBA Europe, honorable president of the Russian Federation of Basketball, Валерий Кузин. На площадку приглашается команда победителей FIBA Европа сезона 2004-2005 годов — Волго-Мурманская Российская Федерация! Медали FIBA Европа за победу в сезоне 2004-2005 годов команде Волго-Мурманск-ГАУ вручает председатель организационного комитета финала четырех, губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов. Gold medals of EuroLeague for the victory in 2004-2005 season to the Volgomashgau are given by the chairman of the organizing committee of the Final Four, the governor of the Samara region, Konstantin Titov.
Кубок чемпионов FIBA Европа 2004-2005 года команде чемпионов вручает исполнительный директор FIBA Европа Нар Назалин. The Cup of EuroLeague Champions 2004-2005 to the champion team is given by the executive director of FIBA Europe, Nar Danolin. Лучшим игроком финала четырех Евролиги признан игрок Ty McWilliams. The most valued player of the Final Four of the EuroLeague Women MVP of the EuroLeague Women is Tash McWilliams. Звучит гимн победителей!